загородном доме, закрываю пустоту. В загородном доме, наконец-то закрываю пустоту. Осуществляю свои планы, не забываю простоту. Скажу честно, запросы как дети растут. И поверь мне, жить очень просто, если ты не овца, а пастух. Ну чё, здорово, дружище, надеюсь, тебя радуют, даю хейтерам чуть пищи. Я залетел довольно высоко, но знаю днище. Надеюсь, что искали все, обязательно отыщем. Ну да, я люблю тысячи, дядя кто не любит? Без сомнений, все прекрасные люди. Но бывает такое, что когда-то тебя сильно скрутит из-за того, что тебе просто все приносят на блюде. А стиль подачи деловой. Я не люблю разборки, так что давай решать головой. Мне не важно, ты крутой, тупой, круглый, кривой. Просто если хочешь скакать, иди скакай, ковбой. Мое почтение, господа. Я надеюсь, тут собрались все любители труда. Если хочешь вытащить рыбу с глубокого пруда, то ты выбирай твердую ручку острого топора. Мое почтение всем любителям, у вас большое преимущество, вы в роли зрителя. Время спровоцировало меня стать бдительным, и из ученика я стал хорошим учителем. Мое почтение, господа, сподеваюсь, тут зебралась вся украинская братва. Со временем время скосит даже Пашу Коробка. Теперь хочу стать легендой своего городка.